Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Термін трудотерапія виник дуже давно. Про користь саме цього поняття і про саму трудотерапію ми будемо дізнаватися від психологині Лілії Дегтярьової. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, Ліля. Справді, психотерапія – це взагалі така галузь, яка вже глибоко вивчає трудотерапію, так? Але ми сьогодні будемо дізнаватися, що ж можна та як зробити звичайній людині, яка потрапила в такі от, можливо, життєві негаразди, у якої погіршилось самопочуття, яка погано себе почуває просто через те, що є стрес у повсякденному житті. Тож, що ви порекомендуєте їй робити? І взагалі почнемо саме з цього поняття – трудотерапія. Що це таке? Спасибо, Юля, большое за вопрос. Смотрите, если мы говорим о глобальном понимании этого слова, то трудотерапия – это область в медицине, которая граничит между психиатрией и клинической психологией. Когда очень давно придумали это понятие, его задача была направлена на то, чтобы вывести больного с точки зрения его функций к нормальному состоянию. То есть трудотерапия изначально предполагалась, и реализация ее в специальных больницах, психбольницах, да, и направлялась на людей после инсультов, после инфарктов. Но на сегодняшний день, к сожалению или к счастью, данное понятие, оно не используется так широко, как было раньше. То есть на сегодняшний день я как психолог, я делаю акцент и предлагаю клиентам, которые обращаются ко мне, использовать трудотерапию в таких вот повседневном в быту, в повседневных ситуациях. Трудотерапия, если совсем простым языком и на сегодняшнем дне, то это лечение трудом. Что это значит? Как это понять? Когда уныние, когда у нас плохое настроение, когда хандра, на самом деле это все предпосылки к очень серьезному заболеванию депрессия, которое называется депрессия. И вот для того, чтобы не допустить это заболевание, которое лечится очень сложно и долго, я рекомендую, что делать. Какая задача человека, когда, например, он подходит к состоянию или уже в состоянии стресса, в состоянии унылости. Взять и переключить себя, переключить свое бессознательное на что-либо. Как трудотерапия в этом случае помогает? Что нужно сделать? Не читать книги. Не смотреть фільми, тому що це мислительний процес, він має остановитися. І навіть не можна легкі і комедії дивитися? Ні, тому що ні, це не переключить. Читаю книгу і смотря якийсь фільм, ми все одно мислимо на, що відбувається з чоловіком, з психікою нашою, коли, наприклад, ми в якомусь стані уныния. Ми в цю минуту, ми мислимо, ми енергією, ми своїм тілом, ми знаходимося в цій ситуації, і ми її прокручуємо. І задача трудотерапії – взять и переключить свое бессознательное на что-то. Что нужно сделать? Можно съесть шоколадку, можно съесть кусочек тортика, да? А можно что, как я рекомендую? Можно встать, пойти помыть чашку. Поприбирати, так? Пойти помыть чашку, убрать. То есть что нужно сделать? Нужно взять, разогнать кровь, как я говорю, и впустить в себя серотонин, то есть гормон хорошего настроения. А переважно, знаєте, я просто доповню, що коли такий стан в людини, коли вона вже нічого не хоче, а ми зараз саме про це говоримо, це такий стан, який попереджає стрес. Тобто ми говоримо про те, що людина вже нічого не хоче, мабуть, прибирати їй теж не захочеться. Я до цього веду. Які є рекомендації? Як себе заставити, налаштувати на щось? От спасибо вам, що ви підняли сьогодні цю тему. Чому? Тому що я об цьому говорю своїм родним, я говорю близьким друзям, я говорю об цьому своїм клієнтам, які приходять, і я бачу, що вони вже в преддепресивному стані. Я говорю, що є деякі речі, які люди о собі не знають. От це одна із речей, що треба вовремя себе переключати. Крім вас самих, это делать за вас никто не сможет, к сожалению. Можно, безусловно, прибегнуть к медикаментозному, скажем так, хорошему настроению, да, можно... Заспокоили вы, да, маете да, на увазе, да, но я против, да, как бы я все-таки рекомендую, как психолог, да, я рекомендую что, и говорю, что есть более безопасные методы. Это спорт, это еда, и это самый такой безболезненный, это та же трудотерапия. Мы берем и что-то делаем. То есть наша задача, мы поднимаем себя, потому что энергия, лежа на диване, она не приходит. Энергия приходит и появляется только тогда, когда мы что-то начинаем делать. То есть любая активность.
Угу. И еще, музыку треба якусь вимкнути, так? По желанию. Если это будет способствовать вашему, да, хорошему настроению, то пожалуйста. Да. В усьому світі насправді звертали увагу на це поняття і не лише на нього, тому що приділялося увагу людині, яка багато працювала. Вона могла працювати фізичною роботою, займатися, так, могла десь копати, перекладати щось і так далі, і так далі. Тобто дуже багато різних видів трудової діяльності пропонувалося тим хворим, які потребували цього. Мабуть, не дарма в усьому світі цей термін було затверджено. Чому так сталося зараз, що він трошки, ну, скажімо так, пішов з нашого життя? Я думаю, що, можливо, люди все ж повинні розуміти, що не так все просто, не просто так він з'явився, і ми в нашому житті можемо самі собі спробувати допомогти. Ось таким от чином. Якщо, наприклад, у вас вже стан глибше, страшніший, так, ми можемо сказати про те, що людина, наприклад, п'є вже заспокійливі, там, не знаю, там, тиждень, другий, і нічого не допомагає. Чи є рекомендації от з точки зору трудотерапії? Людина і працює наче, і за всіма доглядає, і ходить на роботу, і все є. Але ж щось не вистачає. Чи може тут допомогти трудотерапія? Адже вона впоралась колись із дуже важкими і тяжкими станами людей, які цього потребували. В даному случае я могу только предполагать, да, из той ситуации, что вы рассказали, если затяжная депрессия, это похоже на затяжную депрессию, тогда, безусловно, только медикаментозно, безусловно, обращаться к специалистам, это к психиатры, которые будут назначать лечение. В данном случае поможет ли трудотерапия? Не хочу говорить категорично, но скажу, что, наверное, уже прошел тот этап, когда трудотерапия могла поспособствовать. Поэтому, наверное, повторюсь, и мы здесь с вами сегодня собрались для того, чтобы люди, которые будут сегодня нас слышать, понимали, да, что если они просто плохое настроение, кто-то испортил дома настроение, на работе, либо просто какой-то мыслительный процесс, либо какая-то ситуация, которая расстроила, то что мы делаем? Мы можем себя, мы должны знать, что мы люди, наша психика, она может переключаться. Вот для того, чтобы что происходит, если мы будем просто это проживать, это накапливается. Ага, потом... це може мати накопичувальний ефект, да. Який потім вибухне в будь-якому випадку. Который потом приводит вот к таким состояниям, к таким ситуациям, о которых вы сказали, да, что бессонница, появляется затяжное уныние. То есть это говорит о том, что уже мытье чашки уже, к сожалению, не спасет. То есть этот этап уже прошел. Тобто треба його попередити, да, ще да. До того, як ви вже не хочете нічого зовсім, да. То ось тут може вам допомогти. А от, наприклад, ну, вам, не знаю, там зіпсували настрій, так? Ви розумієте, що була, наприклад, конфліктна ситуація на роботі, чи там ще щось сталося. Наприклад, ну, дуже багато різних ситуацій, які кожного дня з нами стаються, і чи тут допоможе трудотерапія? Конкретно после ситуации, что происходит? Происходит, нам нужно выбросить негативные эмоции, которые у нас накопились. Притом, если это какая-то ссора с руководителем, да, где мы, в принципе, не можем открыто выявить негативные эмоции. Что делают негативные эмоции? Какая их работа? Вот они, кстати, накапливаются, вот происходит, и мы их вытесняем, либо... скажем так, либо игнорируем. Психика все это сохраняет. И потом в какой-то момент что это делает? У нас появляются бессонницы. Мы плохо себя чувствуем на уровне физики. Вот, поэтому наша задача, когда вот конкретная ситуация, произошла ссора с руководителем на работе, что мы делаем? Мы идем, 12 минут проходит негативная эмоция. Эмоции длится мало. 10-12 минут это максимум. Все сразу, так? 12 хвилин, это каждый, независимо от темперамента. Нет. Эмоции длятся очень мало, к счастью, да, и опять же, это одна из, скажем так, разгадок о людях, что и зная это, мы можем контролировать, правда, свои эмоции. Так, тобто ми 12 хвилин почекали, подивилися і пішли займатися своїми звичними справами. От, ми знаємо, що все це вже пройшло. Да, тільки в ці 12 минут я не рекомендую займатися своєю звичною роботою, перекладувати бумаги, писати якісь серйозні письма, тому що задача емоцій – вийти. Выйти как-то, что-то сделать. А что тут треба робити? Що ви рекомендуєте? Я рекомендую, если есть возможность пройти
выйти из того помещения, угу. где произошел конфликт, переключиться, да, пойти приготовить себе кому-то кофе, что-то вот убрать на рабочем столе, например. Вот что-то такое, которое, повторюсь, не требует бессмысла. Угу. Ви поняли? Так, ну звичайно, з приводу розумової праці зараз дуже багато людей кожного дня займаються розумовою працею. Угу. Ну, це пов'язано із такою серйозною роботою, яка, можливо, у багатьох в офісі закінчується і починається рано, закінчується пізно. Так, багато людей зараз працюють у режимі онлайн, і діти, і дорослі, і підлітки. І ми всі розуміємо, що це таке серйозне навантаження, яке потребує багато фізичних сил. Тому що це розумова праця. Угу. Як зменшити ризик захворіти і що ви порекомендуєте в такому випадку? Я на самом деле рекомендую, желаю всім нам, щоб у нас в Україні було більше тих компаній, які є за границей, да, в яких спортзали. Если вы знаете, слышали Звичайно, такие компании. Да. То есть не просто так люди придумывают, тратят на это деньги, например, какие-то кружки, какие-то, вот, какие-то зоны отдыха, где человек может прийти и остановить свой мыслительный процесс. Он в этом помещении, в эту минуту, он может не заниматься своей работой, он может не готовиться к эфиру. Он может в эту минуту посвятить 10-15 минут себе. Руководители таких компаний, наверное, хорошо изучили психологию человека, они поняли, что то, что лояльность повышается, это само собой, но и трудоспособность такого человека, она правда работы. Увеличивается, да, потому что в течение дня, правда, нужно переключаться. Просто сидеть в телефоне – это не переключение на обеде, просто сидеть в интернете, читать новости – это не переключение. Угу. Зараз люди, до речі, мало займаються от тим, що ви сказали, і, мабуть, не всі мають таку можливість вийти на вулицю, просто пройтись. Тому що перерва обідня може бути не такою великою, часу не завжди вистачає, але ж якщо поставити собі мету, то можна все робити. І, можливо, зробити так, щоб все ваше життя було ефективнішим, кращим для вас. Ви будете кращим працівником і будете краще володіти своєю спеціальністю. Так, і будете відпочивати, будуть сили, буде все для того, щоб ви розвивались. Мабуть, треба собі занотувати той графік, який вам допоможе стати ось успішнішою людиною. Да, смотрите, если так случилось, что есть какие-то ограничения, да, в рабочем режимі, можна просто взяти і вийти, подойти, пройтись по кабінету, вийти в другой кабінет, подойти к рабочему столу своего коллеги. То есть чуть-чуть, 5 минут, 3 минуты походить по территории, которая в зоне твоей досяжности. Но вот важно не говорить о работе, прям вот архиважно. Спросить о семье, рассказать о семье, если позволяет, да, корпоративная культура. То есть наша задача, если нет возможности в идеале выйти на улицу, подышать воздухом, сменить картинку своего дня, то мы просто идем по офису. По офісу, либо по території. Є ж, как, я не думаю, що... Звичайно, да, я думаю, все можна знайти да. людині, яка цього хоче, звичайно ж. Ми вже з вами визначили, що насправді розумова і фізична робота, вона повинна бути присутньою в нашому житті. А який відсоток однієї та іншої? На самом деле, ідеальний люди, для людини? Люди, які займаються мислительною роботою, вот вони, кстати, повинні віддихати без смисла більше. Вони повинні просто лежати. Только так, а не иначе, они будут наполняться. То есть, если большая часть их жизни... Лежать и думать про работу, например. Ни в якому разе. Нет, когда человек лежит, ну, смотря где лежать, да, отдых. Если мы меняем картинку, например, мы уезжаем куда-то отдыхать за город, либо мы должны волей-неволей, ты обращаешь внимание, что вокруг тебя, какие цветы вот в эту минуту. Если вы заметите, если вы попрактикуете, вы обратите на это внимание. Дерева, квіти, да, природа. Да, это правда, до речі, переключает. Зараз осінь, така краса, дуже яскраве листя, дуже гарна природа навкруги, просто можна вийти, подивитись, як дуже гарно і сонечко, нам пощастило, що цього року така тепло. Це правда переключає, так. Да, да. І якийсь час можна відвести для того, щоб ось просто відволіктись. І я думаю, що люди будуть встигати зробити і домашні справи, і займатися іще офісною роботою. Якщо люди будуть знати інструкцію о собі, то не поверьте, они будут в силу инстинкта самосохранения, они будут находить время и на первое, и на второе. Безусловно, будет у любого человека есть своя приоритетность.
Да, нужно понимать, что ты никогда не будешь эффективным сотрудником, если ты не будешь наполненным, потому что ресурсы, они имеют свойство завершаться. Зная об этом, трудотерапия, либо просто какие-то личные моменты у каждого человека, они свои, то, что наполняет, да. Я сказала, в идеале, да, не читать, не смотреть фильмы, но у кого-то, наоборот, это бодрит. Кого-то при просмотре какого-то любимого кино, например, кто-то не думает о последнем совещании и что нужно, о планах на месяц, да. Если это конкретному человеку помогает, то ок. Но нам просто, я вот хочу, пользуясь случаем, да, хочу сказать людям, которые будут нас слышать, что знаете, что ваша эффективность, она правда должна быть равна вашему отдыху. Иначе для чего мы эффективны, для чего мы так много времени проводим на рабочем месте? Для того, чтобы что? Повысить социальную значимость. Для того, чтобы повышать социальную значимость, нам нужно что? Банально силы на это, да? Потому что пустой сосуд, нам нужно что-то давать. Но мы понимаем, все очень просто, пустой сосуд дать ничего не может. Ну, все. Так. Ну, да. Що ж, да. Пані Лілі, настільки все зрозуміло і розклали по поличках, я думаю, що люди і зрозуміють, і будуть так робити, як ви їм рекомендували. Тобто, стільки, скільки ви працюєте, стільки ж і відпочивати, так, і, звичайно, думати про себе, думати про своє майбутнє. Трудотерапія – це дуже добре, і насправді вона допомагає, і я думаю, що це перевірені факти, якщо ті люди, які звертаються до вас, використовуючи трудотерапію, можуть потім говорити про ефективність свого життя. Я вам дуже дякую, що спасибо прийшли сьогодні, Лілечка, до нашої студії. Будемо чекати вас ще, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.